Подготовка к чемпионату Европы по 3 стилям борьбы и открытие новых спортивных объектов на территории Дагестана. Министр по физической культуре и спорту Республики Магомед Магомедов провел пресс-конференцию. С подробностями мой коллега Курбан Рагимов. Одна из основных тем беседы руководителя спортивного ведомства с журналистами ведущих СМИ Дагестана – предстоящий чемпионат Европы в Каспийске, который пройдет в апреле 2018 года. Республика к крупному турниру практически готова. Определены места для проживания прибывших в Дагестан иностранных спортивных делегаций, заявил министр. Мы проводили и Кубок мира, и многочисленные международные турниры, чемпионат России. У нас есть опыт, у нас есть все возможности ярко и красиво пропустить через себя чемпионат Европы. И думаю, чем в других регионах Российской Федерации, особенно чем в других государствах, несколько лучше и ярче они пройдут на территории Республики Дагестан. По словам министра, сейчас в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева ведутся работы по переоборудованию мест для вип-гостей и для работы прессы. А учитывая высокую популярность борьбы в Дагестане, планируется установить несколько экранов и на территории спортсооружения. По поводу наполняемости, поэтому за это мы не переживаем. Наоборот, думаю, поменьше причин было бы лучше. Это же не так легко, например, вся республика будет хотеть. Вся республика будет хотеть, допустим, прийти на чемпионат Европы. И зал наш рассчитан на 5500 посадочных мест. Так что с этим у нас, думаю, наоборот, мы переживаем. Другой темой обсуждения стала и сдача в эксплуатацию новых спортивных объектов. Так, в конце октября в Кизляре открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс, а на берегу моря в пригороде Махачкалы возводится новый центр олимпийской подготовки сборных команд. Его сдадут будущим летом. Кроме того, идет строительство универсального спорткомплекса недалеко от центральной мечети столицы. Совсем скоро будет открытый музей спортивной славы Дагестана. Ответив на вопросы СМИ, Магомед Магомедов в сопровождении своих заместителей провел небольшую экскурсию по объекту, расположенному на втором этаже здания Минспорта. И мы сюда приглашали из Москвы людей, из Казани людей, в какой форме, как это все, вот внутренняя часть, вот под чего, как оформить, как создать. Вот, можно сказать, ну, 90% того, чего как нужно было его создание, конечно, вот материал для музея. Что за музей, если, например, там нет ничего? К Новому году определенный музейный облик обязательно приобретет. Музей спортивной славы Дагестана будет содержать информацию о выдающихся спортсменах республики. Среди экспонатов будут эксклюзивные медали, спортивный инвентарь и атрибутика. Помимо этого, к 80-летию легендарного борца Али Алиева у здания Минспорта будет установлен бронзовый памятник. Торжественное открытие пройдет уже в этом месяце. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.